Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Александр Осташонок на протяжении 8 лет был солистом знаменитой группы «Корни». Музыкальный коллектив был создан в 2002 году в рамках первого сезона российской «Фабрики звезд». Вместе с другими финалистами проекта Александром Бердниковым, Алексеем Кабановым и Павлом Артемьевым Александр Осташонок основал коллектив, который полюбила вся страна. Песни «Ты узнаешь ее», «Плакала береза» и «25 этаж» до сих пор помнят и очень любят. Как полагается, у популярной группы было огромное количество фанаток. Девчонки толпами бегали за молодыми музыкантами. Однако Александр Осташонок не обращал на них никакого внимания. Ведь на тот момент его сердце уже было занято другой. Александр Осташонок влюбился в Елену Венгржиновскую, которая была директором группы «Корни». Женщина была старше певца на 13 лет. Но это не стало для него помехой. Впрочем, продюсеры группы настояли на том, чтобы роман Елены и Александра был секретом. Однако артист нарушил запрет спустя 2 года тайных отношений. В 2004 году Александр Осташонок женился на любимой. Вскоре после свадьбы у Александра и Елены родилась дочь. Певец назвал девочку Викторией в честь одной из своих песен. Хит «С днем рождения, Вика» в 2004 году звучал на каждом углу. В 2010 году наш герой принял решение покинуть группу «Корни». Артист решил, что хочет попробовать свои силы в кино. На сегодняшний день на счету Александра Осташонка 19 успешно сыгранных ролей. Музыканту удалось в 4 проектах сыграть главного персонажа. И судя по всему, это только начало. Сейчас Александр Осташонок продолжает активно заниматься актерской деятельностью. Помимо этого, он время от времени записывает новые песни, которые анонсирует в своих соцсетях. Также в инстаграм-блоге артиста можно увидеть много разных фотографий от профессионально снятых кадров до домашних архивных фотографий. Недавно Александр Осташонок опубликовал фото с женой и подросшей дочкой. «Все самое настоящее в одном кадре», – подписал снимок певец. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Как можно заметить, жизнь бывшего солиста группы «Корни» сложилась очень даже хорошо. У него есть прекрасная жена и дочь. Он до сих пор востребован в музыкальной сфере, а теперь его еще и принял мир кино. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!